Доброе утро, друзья! Вот и снова пятница пришла, и пятница желанная и долгожданная, потому что впереди не два, а целых три выходных дня. А в нашем народном календаре сегодня день, название которого заставит многих вспомнить о прочитанном в далеком детстве стихотворении, про нерадивую хозяйку, от которой убежала даже посуда. Сегодня у нас Федорин день. А стихотворение Корней Чуковский написал не просто так. Издавна считалось, что с именем Федоры связаны поверья и приметы, касающиеся жилищ. «На Федору не выноси из избы ссору», — приговаривали наши предки. Они верили, что домовой забирается под веник, и неосторожная хозяйка может вымести его вместе с ссором. А еще Федору считали острой на язык. Поэтому на Руси крестьяне 9 июня запрещали женщинам общаться друг с другом, чтобы не накликать беду. Люди были уверены, что сплетня или слухи в этот день обойдут всю округу, и соседи узнают, что творится в той или иной семье. Если 9 июня на рассвете душно и лес шумит без ветра, скоро пойдет дождь. Обильная роса утром обещает ясный день. Если вдруг у цветов жимолости пропал запах, надо опасаться засухи. А еще считалось, что какая погода в этот день, такая будет и осень. Хороших вам выходных дней, друзья! Увидимся на следующей неделе. Добро пожаловать в Макси. Бытовая техника, ювелирные украшения, нижнее белье, парфюмерия и игрушки. Большой выбор и отличные цены только для вас. Уютный шопинг для всей семьи без очередей. Макси, пожалуй, лучшее место для покупок. В любой день недели, в любое время года в Макси всегда хорошая погода.